ну, немножечко был такой шок, стресс и не совсем понимал, что, а что дальше. 2014 год, 28 сентября мы приехали. Почему именно Хабаровск? Там на самом деле такая длинная и интересная, наверное, история. В принципе, очень хорошо приняли, благодарен и буду благодарен до конца своих дней. Что ты дома? Такая сложная тема, да. Я для себя четко определил, что это был незаконный переворот. Первые выстрелы, первые погибшие. То если эти люди останутся у власти в Украине, то мне с ними не по пути. Мы и не пренебрегали и общественными бункерами. Ты был там в этот огненный период? Ну, безусловно, это шок, какая-то боль невероятно дикая. Дим, ты знаешь, вот мир с там, февраля прошлого года, да, он поменялся. Кто бы мог подумать о том, что Хабаровский край как-то свяжется с Донбассом, с Дебальцево, и, грубо говоря, губернатор, когда принял решение выстраивать инфраструктуру Дебальцево и работать на Донбассе целой команде Хабаровского края, кто бы мог подумать, что такое может быть? Кто бы мог подумать, что на протяжении какого-то, ну вот этого периода времени, да, я помню первые программы, которые мы делали здесь, и когда ты говорил «братский народ», вот в первые числа после 24 февраля, кто бы мог подумать, что после этого ты видишь видео, где этот братский народ убивает наших пленных солдат, где «Слава Украине» начала звучать еще громче. То есть произошло много таких событий, которым ну, сложно было адаптироваться, но, я думаю, пришло время адаптироваться. И мы знаем друг друга 3 года. Я, безусловно, понимал, что в тебе есть история. В каждом глубоком человеке есть история. В тебе есть смыслы. Я понимал, что они связаны с Украиной, но, ты знаешь, пришло сейчас, наверное, время спросить об этом. И мне показалось, что у тебя пришел какой-то период, какой-то переломный момент, в рамках которого ты сказал, что ты войдешь в эту тему. Я не ошибаюсь? 24 февраля 2022, наверное, ну, немножечко был такой шок, стресс. Россия проведет специальную военную операцию в связи с ситуацией в Донбассе. О начале специальной военной операции. Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И не совсем понимал, как дальше будет. Ну, я объясню почему. У меня такая непростая, наверное, ситуация. У большинства людей, проживающих в Российской Федерации, более-менее все проще, чем у меня. Для меня история, в которой живут большинство наших граждан, началась ведь не год назад, а еще тогда, в 2014 году. Еще тогда все вот это вот я видел, чувствовал и переехал на Дальний Восток, где меня, в принципе, очень хорошо приняли. Я могу поименно перечислить всех людей, которые помогли мне на этом этапе, потому что здесь абсолютно ни единого знакомого не было. Ни единого. Перечисли. Прежде всего, Дима Ракитин. Человек, с которым я не знаком был вообще. Мы ехали уже в Хабаровск в поезде. С нами моя дочь, которой 2 месяца. Два месяца мы в Хабаровске отметили. Месяц еще был. Я просто нашел этого человека ВКонтакте, как своего коллегу, что я занимаюсь организацией и проведением мероприятий, нашел его как коллегу. Человек, который живет в Хабаровске, написал ему всю историю, и он, не задумываясь, подключился к решению моего вопроса. А вопрос был на самом деле один. Мы приезжаем в Хабаровск, пожалуйста, помоги найти квартиру, куда бы мы сразу заехали. Ты можешь рассказать, почему именно Хабаровск? Как это произошло? Этот вопрос отдельно? Вот, постоянно звучит. Конечно, у меня есть на него ответ, и
мы случайно сюда попали. Там, на самом деле, такая длинная и интересная, наверное, история. Но если коротко, то, во-первых, мы когда переезжали, опять же, пообщавшись с друзьями, с близкими, которые проживают здесь, в России, в Крыму, у нас, значит, была семья знакомая, есть семья знакомых, которые жили на Камчатке в свое время. Они там неплохо заработали, опять же, и переехали в Краснодарский край. Построили себе огромный дом и живут замечательно. После общения с ними мы приняли решение, что мы тоже поедем на Камчатку, заработаем много-много денег и ворвемся в Краснодарский край. А как известно, если есть на свете рай, то это что? Краснодарский край. Вот, и ворвемся туда. Но так как мы ехали с минимальным количеством финансов, добраться на Камчатку поездом нереально. И вот по всяким лагерям беженцев, переселенцев и так далее, мы решили, что поближе нужно, куда-то поближе к Камчатке. И вот был выбор, Владивосток или Хабаровск. Мы очень сильно любим море, мы без моря жить не можем. Но и 5000 рублей тоже нам давали как какой-то знак, что Хабаровск. Тем более на тот момент, столица Дальнего Востока. Вот мы общались в кругу семьи, да, 7 человек нас, учитывая детей. Папа мой, и у меня был один главный довод: Хабаровск будет развиваться. Это столица Дальнего Востока. Там, где развитие, там есть какие-то возможности. Несмотря на то, что мы планировали улететь на Камчатку, все равно понимание было, что какое-то время пожить в Хабаровске придется. Так вот, когда мы приехали в Хабаровск, и нас встретил тот же Дима, там Витя Тишков, отдельное спасибо, Игорь Николаев, это все мои друзья, они нас встретили с поезда, самые первые люди, кого мы увидели здесь. И на второй день мама вышла уже на работу. Я начал заниматься там какими-то документами. Папа долгое время не мог устроиться. Сложно было. Но спустя неделю я тоже вышел на какое-то мероприятие, отработал ведущим, и все, и понеслась. Ты сюда приехал, помимо семьи, супруга, ребенок? Двое. Двое детей. Мама, папа и брат младший. 2014 год, 28 сентября мы приехали в город Хабаровск. Мы сейчас сконцентрируемся на регионе, на том, как ты его воспринял. Единственное, закончи о тех людях, которые тебя здесь приняли и которые были, ну, были твоей средой вхождения в Дальний Восток. Это всегда очень приятная история. Всегда вот о тех людях, которые меня приняли. Во-первых, я, безусловно, благодарен и буду благодарен до конца своих дней. Потому что, ну, в разговоре с тем же Дмитрием, который, да, проявил там активность, я же не сказал, он не только нашел квартиру, он и оплатил первый месяц. И когда мы встретились, он сказал: ребят, давайте так, вы вот эти деньги, вы их отдадите, когда там более-менее станете на ноги. Потому что, ну, я ему объяснил, что у нас есть бюджет в 30 тысяч, больше нет. Квартира стоила 23 тысячи. Что такое 30 тысяч, 7 человек? Ну, в 2014 году это еще... Я хочу сказать, нормально было. Но тем не менее, 23 тысячи квартира, остается 7 тысяч. Ну, ни работы, ничего, только квартира. Поэтому он, да, оплатил первый месяц жилья, сказал, когда станете на ноги, отдадите. Я ему эти деньги отдал спустя год. Не потому, что я не мог раньше, потому что, честно говоря, я, наверное, немного даже откладывал этот момент. Я думаю, так, надо еще подзаработать. Как-то вот всегда хочется, чтобы опора была. Ну, тем более семья, это все понятно. Да. Еще, и ребята, ага. Да, Витя Тишков, там Саша Пастухов, Игорь Николаев, вот те ребята, которые сумки наши забирали с поезда, и жмут руки и вручают мне, как ты думаешь, что? Не знаю. Литр красной икры. Да? Да, литр красной икры. Во-первых, масштаб банки, да? Это, ну, чтобы вы понимали, мы на Новый год... Проживая в городе Горловка, мы всегда покупали красную икру. Но это была вот эта вот 150 или сколько там, 250 граммов баночка железная, которую ты раскрываешь, и там икра, ну... Такое ощущение, что она была добыта, ну, года три назад. Да. А еще обязательно продавщица тебе говорила в магазине: смотрите срок упаковки, когда упаковали. Если июль, то икра хорошая. Она никогда не была хорошая, я тебе так скажу.
литр красной икры, которую я зашел, вот так мы все на нее посмотрели, я открыл, и вот эта вот первая ложка красной икры дала мне почувствовать, что я на Дальнем Востоке. Что ты дома? Да, ну в каком-то смысле, да. Столица сейчас. Дальнего Востока. Ты знаешь, начиная с 2000 года, после того, как вот эти все вещи, связанные с столичным, точнее, административным статусом, они разыгрались там при определенном течении обстоятельств. И когда сюда пришел Дегтярев, он посмотрел на эту историю совершенно с новой стороны. Он сказал, а нам не надо быть столицей Дальнего Востока. Мы должны стать столицей Востока России. И ты знаешь, то, что сейчас происходит вокруг борьбы Михаила Владимировича с этой огромной машиной правительственно-административной по раскрытию Хабаровска, превращению его в трансграничный город, с учетом того, что граница находится в 20 минутах езды отсюда по новой дороге, и с учетом того, что это, наверное, единственная локация, может быть, в мире, где одним островом владеют две страны, и это вся такая свежая история, да, когда два крупнейших государства, самое большое и самое густонаселенное, смогли решить там длительный территориальный вопрос. Поэтому вот амбиция дальневосточной столицы и амбиция восточной столицы с того, как это видит сейчас глава региона. Ты как-то начал смотреть на эти вещи сейчас, живя здесь? Ну, безусловно, конечно. Во-первых, Большой Уссурийский остров – это еще один крючок, который нас привлек именно в Хабаровск. Правда, потому что, ну, конечно, я сказал там 5000 рублей, Хабаровск на этой 5000-й купюре, да, и мы такие посмотрели и решили. Ну, нет, это все происходило по-другому. Мы, правда, открывали Википедии, мы сравнивали города, Владивосток, Хабаровск. Статус на тот момент столицы Дальнего Востока, Большой Уссурийский остров, он, ну, всегда, наверное, привлекал внимание. Я, будучи здесь, ну, уже проживая здесь, в Хабаровске, ну, наверное, каждый год мы по несколько раз просто посещаем Большой Уссурийский остров, потому что, ну, во-первых, там просто хорошо отдохнуть от всей городской суеты. А во-вторых, ты подъезжаешь, видишь вот эту вышку пагоду, китайскую. Пагоду. Да, пагоду. Всегда было интересно, почему же, если две страны владеют одним островом, почему это не развивается? Почему до сих пор там нет какой-то активной жизни, там, той же торговли, туризма и так далее? Ведь сам по себе проект очень интересный. Если это воплотить в жизнь, то это же место притяжения для... Действительно, не для хабаровчан, это для всего Востока. Когда я читал, интересовался, какие планы на будущее у развития Большого Уссурийского, да, я находил информацию, что есть аэропорт, и тебе, по сути, 20 минут проехался по новой дороге, доехал до аэропорта, ну сколько там, еще 5 минут, сел в самолет и в любую точку Китая. Помимо аэропорта, Дим, это железнодорожный вокзал, полноценный, как железнодорожный вокзал у нас в городе Владивостоке, в крупных городах России. Помимо этого, это федеральная дорога, ну, наверное, у них не федеративная страна, как-то у них эта лексика называется по-другому, терминология, но это бетонная, асфальтово-бетонная дорога, которая идет на Харбин и, соответственно, потом идет в Пекин, с уже созданными развязками на другие направления логистики. Это полноценный речной вокзал и административное здание, которое они строят в Хуяне на город-миллионник. Поэтому... Ну, то есть наши соседи уже готовы к полноценному... Они понимают потенциал взрыва этого проекта, ну, в хорошем смысле этого слова. И когда наш губернатор выходит в диалог с президентом и докладывает ему о... как идет борьба за этот проект, а я именно так называю, потому что есть другие регионы, которые
не заинтересованы. Кардинально не хотят, чтобы это произошло, потому что и грузопотоки, и туристические потоки, они переиграются в пользу Хабаровского края. И вот на этой войне с интересами других локаций, я думаю, что очень большое количество сил губернатор тратит на то, чтобы прорвать эту плотину, но она колется, она осыпается, и я думаю, через какое-то время она рухнет. Наверное, города же – это не стены, города и не дороги, и не аэропорты, города – это люди. Вот расскажи в этой части нашего диалога о людях, вот ты рассказал о тех, которые тебя встретили. Расскажи о людях, с которыми ты сейчас живешь, работаешь, там, растишь детей. Те люди, с которыми сейчас, да, мы сотрудничаем, работаем. Ну, я что могу сказать? Везде есть хорошее, везде есть добро и зло. Конечно. Это, даже безусловно, с этим... Даже в Библии. Да, с этим сложно спорить. Кто-то платил 30 серебряников, кто-то их получал, да, а кто-то шел на Голгофу. Поэтому с этим, конечно, не поспоришь, но... Возможно, ввиду моей профессии, да, то есть я все-таки всегда был рядом с какими-то позитивными эмоциями. Вот это вот самое, наверное, главное. Люди, которые позитивно мыслят, мне с ними комфортно. А в Хабаровске таких много. Ну, среди моего окружения, по крайней мере. Сейчас вспоминаю, ну, там, где я пересекался с тобой, и... Допустим, вот это послевкусие, которое было после того, что ты делал, ты там, твоя команда, да, оно было таким классным, все были счастливы. И они же говорят, это Дима, он делает нас счастливыми. И они шлют тебе, наверное, такие же эмоции, как и я, например, сейчас рад искренне тому, что ты приехал, потому что я помню ту эмоцию, и она во мне там до сих пор, и это какая-то была такая душевная штука на день рождения моего друга, да? Ну вот душевность, искренность. А на самом деле людям, которые собираются на мероприятия, на праздники, да, им ведь многого не надо, их нужно просто направить. То есть я не могу сказать, что ведущий, да, ну, мы сейчас говорим о моей роли в качестве ведущего на мероприятии, я не могу сказать, что именно ведущий делает, создает людей счастливыми. Мероприятие – это, не знаю, ну, вот что-то такое, локал. Ага. А вот события, и которые там на всю жизнь, ты же проводишь именно такие вещи. Ну, есть такие. Поэтому такие события. События. Хорошо, будем называть это событием. Так вот, ты просто... Наверное, заставляешь человека немножечко посмотреть с другой стороны на все происходящее, и действительно какой-то, наверное, дзен приходит, и вот эта вот улыбка, ощущение счастья, если так можно сказать. Мы, знаешь, как сейчас, вот я тебе сейчас свои эмоции передам, мы сейчас находимся с тобой в этом помещении, и светит яркое солнце. Да. На душе есть ощущение преддверия весны. Угу. И мы с тобой разговариваем на светлые темы, о светлом регионе, с какими-то светлыми новыми трендами, которые начали здесь появляться после того, как пришел новый руководитель в Хабаровский край. Ну и пришла его команда, и пришли какие-то новые амбиции, цели, вот то, что я говорил про восточную столицу. И здесь вот мне классно, мне комфортно. Но через какое-то время... Мы прервем наш разговор о моменте секунд сегодняшнем и поговорим о тебе же, но в более другой темной обстановке, тем более для этого есть поводы. Хорошо? Договорились? Да, я, наверное, готов. Я хотел, чтобы ты еще какие-то дал информационные блоки о себе, о своем настоящем. Я знаю, что ты как-то решил вопрос, как мужчина должен посадить дерево, построить дом, да, вырастить сына. Ты решил как-то вопрос с жильем, да? Дальневосточная ипотека. Это просто что-то невероятное. Ну, правда. Мы за вот эти 8 лет, мне кажется, сделали огромный шаг вперед в плане своего личностного роста. Потому что я могу говорить «мы», потому что и супруга не стоит на месте, да? И какое-то развитие постоянно идет, и это очень сильно мотивирует. Да, год назад
Уже после, кстати, 24 февраля, и тем не менее, мы стали обладателями немаленького весьма, 220 квадратов дома, и сейчас делаем ремонт. Это, конечно, надолго еще затянется, но, тем не менее, это приятный хлопот. Дом, где пригород Хабаровска, собака, да? 17 соток земли, где еще в прошлом году, несмотря на то, что участок не разработан, жена уже посадила помидорчики, огурчики, и, ну... Конечно, это... Я не могу сказать, что это то место, как, знаешь, многие говорят, вот все, мы обзавелись гнездышком, и здесь осядем. Нет. Наверное, нет. Но на ближайшее время это точно самое душевное место для меня и для моей семьи в этом мире, да, совершенно верно. На ближайшее время так. То есть за 8 лет... Я объездил практически весь Дальний Восток. У меня есть коллеги, которые здесь родились, выросли, работают, которые много где не бывали. Ну вот если в сравнении, да. Хабаровский край, где я только не был. Он потрясающий, великолепные люди, очень красивая природа, невероятная природа. Чего стоит только поездка в Совгавань, несколько раз мы туда автомобилем, вот этот серпантин. Космический серпантин. Это просто что-то невероятное. Дим, как тебе, вот мы сейчас говорим о комфорте твоем на Дальнем Востоке, комфорте в Хабаровске, как тебе коллектив, среда и вот то, что ты делаешь на губернии? Тоже, два года назад я пришел в этот коллектив. У меня до этого был опыт работы на телевидении. Не могу сказать, что он плохой. Это было не так масштабно, как сейчас. Все-таки региональное телевидение – это совершенно другой уровень. Я это почувствовал, когда пришел в команду губернии. Я пришел туда максимально собранным. Я заходил по кабинетам максимально сдержан, собран и боялся сказать, наверное, чего-то лишнего. Присматривался к людям, потому что мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Я люблю эту работу, и мне хотелось там закрепиться. Наверное, ввиду этого я был вот максимально осторожен. Но я же буквально там через неделю понял, что коллектив... Ну, когда ты заходишь, вот такой весь... готовый к тому, что сейчас тебе там дадут какую-то задачу, сценарии, скрипты и так далее. Конечно, это все дают, но с каким отношением? Там коллектив принимает нового человека в команду с улыбкой, с каким-то позитивом. Я был, наверное, к этому не готов. Я был готов к какому-то там серьезному настроению, серьезной работе. А к тому, что там продюсеры, режиссеры с тобой общаются вот так, в открытую, ты ошибаешься, говоришь неправильное слово, там, ошибаешься в ударении, тебя по-доброму ругают, но это действительно по-доброму. И ты понимаешь, что комфортно и в этом плане тоже работать. Нет никаких каких-то серьезных рамок или еще чего-то. Ты кайфуешь от команды губернии и от того, с кем ты работаешь, да, каждый день? Да. Ну, на самом деле... Не знаю, тут же Коренев, я когда прихожу к нему и мы с ним разговариваем, такое ощущение, что попадаешь в какой-то портал, где есть смыслы, где есть журналистский большой опыт и где интересно. Еще знаешь, что важно подчеркнуть? Я работаю как раз-таки в утре, а утро это как раз вот про ту среду, где мы находимся сейчас, да? Это всегда светло, ярко, солнечно. Если человек, который просыпается в 5 утра, приходит в коллектив, и он будет вот с таким лицом, извините, то он, наверное, он там долго не задержится, потому что, ну, надо друг друга поддерживать, мотивировать. Мы просыпаемся каждый день в 5 утра, мы приходим на работу, мы улыбаемся, шутим, смеемся, выходим в эфир и понимаем, что люди от нас тоже заряжаются. Тогда, получается, давай сейчас создадим самый большой список, который будет состоять из тех людей, которые встретили тебя и принимали сумки на вокзале, когда ты выходил из поезда, который будет состоять из тех людей, с которыми ты начал работать в последующем, тех людей, которые, наверное, как-то участвовали и в подборе места, земли под дом, и тех людей, с которыми ты работаешь на губернии, в телевидении. Давай тогда создадим финальный список этих людей, который, собственно, и будет Хабаровским краем
Потому что города – это не стены, города – это люди. Дима Ракитин. Да, Дима Ракитин, спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что принял. Он точно посмотрит это видеоинтервью, я уверен. Витя Тишков, Игорь Николаев, Саша Пастухов – те люди, которые первые увидели меня на вокзале. Ну, правда, я уже понимаю, что я сейчас начну всех перечислять, нам не хватит времени. Это и огромное количество коллег, с которыми я работал первое время, которые давали какие-то заказы. Слава Шадрин, ну как я могу не упомянуть этого человека? Так, команда «Губернии» в полном составе, просто давайте без имен, потому что некоторые уже не работают, кто-то уехал, кто-то в другое место перешел. Это и режиссеры, которые в первое время мне очень сильно помогали. Это и... продюсеры великолепные, просто лучшие. В общем, это и команда, с которой приходится работать, команда ведущих. Это такой колоссальный опыт от некоторых, ты чувствуешь. Бывают моменты, знаешь, сидишь в моменте интервью, вот буквально вчера, и совершенно не понимаешь, о чем разговаривать с человеком, потому что, наверное, не перекликаешься с ним вообще никак. Я потом вне кадра расскажу, о чем речь, да. Но рядом сидит коллега Екатерина Житикова, которая как пулемет вопросами просто строчит, поддерживает беседу. То есть и спасибо, возможно. Спасибо, ей... Катя. Да, спасибо, Катя. Александр Дмитриевич Удовиченко был такой в моей жизни человек, который вот как раз-таки 6ТВ, где я пробовал там, честно, приятное время, потому что не было каких-то рамок, и мы делали там, что хотели. Жгли новогодний эфир, я был продюсером того эфира, 6 человек, и мы просто устраивали какие-то невероятные для телевидения вещи, как мне кажется. Ну, то есть, переодеться в лосины и крутить велосипед в кадре. В дискотеке 80-х, да? Да. Это то, что вспоминается с теплом. В общем, людей на самом деле очень много, очень много. Правда, которым я хотел бы сказать спасибо. Не обижайтесь, те, кого я не назвал по имени. Вас очень много, я просто не смогу всех перечислить. Правда. Скажи, ты почувствовал разницу, начиная... Мы переходим к финальным вопросам. Ты почувствовал разницу, начиная там, с 2000-го, с 2001-го года, что... какие-то в регионе появились новые тренды, когда сменилось руководство региона, когда пришел новый молодой губернатор с его такими светлыми целями и задачами, ну и которые на самом деле создают такой длинный тренд стратегический для развития региона. Ну, я не могу целиком и полностью ответить на твой вопрос, потому что я все-таки здесь с 2014 года. Но вот с того времени у меня есть 3 губернатора. И, ну, я вижу вот это вот движение, какой-то импульс, какой-то толчок. И мне всегда нравится, когда человек не сидит без дела, чем-то занимается. И сейчас суета, другими словами, в хорошем смысле этого слова. И вот сейчас вот эта вот хорошая суета, она происходит. То есть ты видишь, ага, там что-то происходит, что-то делают, там кого-то отчитывают, давайте там что-то делайте. И вот, этот, вот эти процессы, они, конечно, их нельзя не замечать. Поговорим о том, что ты чувствуешь, с привязкой к причинам твоего отъезда, с чем ты столкнулся там. Ну и как ты сейчас воспринимаешь день сегодняшний вот в этой всей безумно странной истории? Так, ну давай тогда по порядку, да? У меня действительно много товарищей, друзей, близких, которые по сей день проживают на территории Украины. Кто-то очень давно переехал в другие регионы страны, да, из Донецка, Донбасса, города Горловки и моей родной Пантелеймоновки. Так вот, кто-то из моих близких, да, кто-то уже переехал давно, кто-то в 2014 году выбрал сторону Украины. Я ведь тоже поехал в центральную часть Украины. Мы с семьей, прежде всего, мы поехали в Днепропетровск.
Мы поехали в Днепропетровск, и там на улице произошло то, что заставило нас подумать иначе. Мы с отцом искали просто по улице Днепропетровска, искали банкомат. Проходила мимо женщина, мы решили поинтересоваться, где ближайший банкомат определенного банка. И вот ты на русском языке подходишь и говоришь, да, где банкомат? Где банкомат? И эта женщина тоже на русском языке задает вопрос, а вы что, с Донбасса? Мы говорим, да. А дальше последовал ряд просто трехэтажных матов отборных русских. Ну и проклятие. Я не знаю историю этой женщины. Я в тот момент даже не смог анализировать того, что происходит, и даже не думал о том, что она говорит, но она просто откровенно начала нас чуть ли не проклинать за то, что мы уехали оттуда, приехали сюда. Казалось бы, одна страна, регионы практически соседние. И вот такую порцию отборного мата мы получили. Если бы я был один, наверное, в это сложно было бы представить. Но рядом со мной был мой отец, который точно так же опешил от всего происходящего. Мы нашли банкомат, мы пришли домой и сказали нашим девушкам, что мы не остаемся здесь. Мы сворачиваемся, настолько было обидно. И уезжаем. Уехали в Крым. А ты сейчас сказал, произошло в 2014 году. Вот сейчас, пройдя там отрезок 8-9 лет с 2014 года, как ты анализируешь и как ты понимаешь, что же произошло в 2014 году? Ну, на эту тему тоже можно очень долго рассуждать, разговаривать. Я для себя четко определил, что это был незаконный переворот. И все, что идет после этого, уже не имеет значения, потому что это все незаконно. Ну вот, я недавно спорил просто на этот счет с тем человеком, с моим одноклассником, который остался жить на Украине. И он меня пытался убедить, но уже, я не знаю, уже просто настолько маразм крепчает, что, конечно, мы перешли там на повышенные тона, и наш диалог прекратился. Так вот, он меня пытался переубедить в том, что люди, которые в 2014 году совершали вот этот кровавый переворот на Майдане, что это были люди России. Как такое можно себе представить? Как можно себе представить, что Тягнибок, Яценюк, Порошенко, Кличко, господин Турчинов абсолютно неадекватно. Не хочу, честно, не люблю оскорблять людей, не хочу этого делать, но здесь не могу по-другому. Порубий, вот 6 человек, которые я точно помню, которые стояли на сцене Майдана, все это транслировалось по телеканалам и кричали. Самая моя, наверное, любимая в кавычках фраза господина Яценюка: «Якщо кулю в лоб, то кулю в лоб». Переведи на русский. Если пулю в лоб, то пулю в лоб. Но мы своего добьемся. При том, что Янукович приглашает их, подписывает какое-то соглашение о том, что все, ребята, все, мы договорились, давайте, мы договорились. На следующий день первые выстрелы, первые погибшие, и все. Это уже колесо, которое невозможно было остановить. И задаешься вопросом, а что же господин Арсений Яценюк-то с такими фразами, с такими выражениями не побежал там в первых рядах, где он сейчас, что с ним происходит? Почему вот эти громкие фразы звучат и вдалбливаются в умы простого населения, молодежи, которая тоже стала движком, да, вот этого переворота? Я считаю, что большая часть просто были одурманены какими-то вот этими фразами. О свободе, о Европе, о свободе, и тому, да, подобное. Тот же, да, самый Тягнибок, да, вот мы сейчас о политике, я просто следил за этим всем очень сильно. Тот же самый Тягнибок возглавляет какую-то ультранационалистическую партию, как же она, господи, называлась-то? Мы найдем. В общем, прикрепите. Титром сделаем. Да, да, полезно делать, да. Возглавляет какую-то националистическую партию украинскую. И переворот же совершали, ну, прежде всего, националисты. Прежде всего, те, кто был близок к Олегу Тягнибоку. Его, можно сказать, партия его силами. Правый сектор. Правый сектор в том числе. Следующие парламентские выборы, что происходит с партией Тягнибока?
они не проходят Верховную Раду. Как это может быть? Как те люди, которые совершают переворот, которые кричат, что нас большинство, как они могут не пройти Верховную Раду? Почему этим вопросом никто не задается из тех, кто там жил? Я не про сейчас говорю, вот 2015 год, 2016. Почему никто не задавался этим вопросом? Что переворот сделал один человек, а потом его просто в сторону убрали, дальше мы сами. Дим, принцип отработанного материала, когда сняли и выкинули. Я сейчас чувствую какое-то, знаешь, внутри вот это вот начинает все аж бурлить, потому что тема, ну, действительно очень больная. И Донбасс ведь это не только Донецкая, Луганская области. Это и Днепропетровская область в том числе, и Харьковская область. И несогласных было очень много. И Одесская область. Но что дальше произошло? Одесса, 2 мая, это тот момент, который для меня, вот как ясный белый день, не знаю, отрезвил и дал понять, что ну, либо сейчас нужно прям на баррикады, либо у меня родилась, вернее, жена еще была в положении в тот момент. Чуть позже родилась. В июле у меня родилась дочь, да. Либо, то есть Одесса 2 мая, это те события, которые дали мне понять, что если эти люди останутся у власти в Украине, то мне с ними не по пути. Знаешь, чем наш разговор ценен? Тем, что он не строится на том, что ты смотрел это по телевизору, да. А ты жил тогда совершенно в той верно. Стране. Ну вот еще один момент, да, 2014 год, Украина, одна страна, одно телевидение, несмотря на то, что много каналов, но повестка. Мы понимаем, что это отражение всего происходящего в одинаковом направлении. Вот если все это показывают в одном направлении, люди, естественно, получают информацию от СМИ, то как тогда, задаюсь вопросом, как тогда Донецкая, Луганская область говорят о том, что же вы делаете там с Беркутом, который стоит просто никакого приказа не получая, и ощущает на себе вот эти коктейли Молотова, вот эти какие-то там оскорбительные высказывания, камни летящие. Ведь ребята просто стояли. И вот это вот тотальное непонимание всего происходящего, наверное, и сподвигло людей Донецка, Луганска сказать, нет, мы так не будем. Были митинги, и они были абсолютно не агрессивные. Абсолютно спокойные люди выходили на улицы и выражали свое несогласие. Но там же была логика простая. Когда ты понимаешь, что происходит в Киеве, когда ты видишь, грубо говоря, своего брата или там отца, или близкого друга, который туда уехал в составе, ведь весь региональный Беркут свели в 2014 году на улице Киева, угу. И когда ты видишь, что начинают их заваливать камнями и коктейлями Молотова, а потом во время событий на улице Грушевского, да. Да, то ты понимаешь, что, наверное, что-то в этой стране, она не была совершенная. Да, да, она, да, конечно, наверное, была в какой-то степени плохая, но она не была безумная, а она стала безумной. И ты понимаешь, что сейчас разбитый Беркут, с него снимут погоны, а потом вот эти люди, которые с баррикад оденут погоны и легализуются, и приедут чинить свою власть на территории Донбасса, то ты уже понимаешь, что ты живешь в другой стране. Да, да, и, наверное, где-то там у тебя возникла точка понимания, что надо принимать решение. После Одессы, как ты сказал. Да, да, да. Ключевым моментом была все-таки Одесса 2 мая. То есть до этого какие-то еще там были разговоры, какие-то попытки что-то осознать, переосмыслить, может быть, как-то взглянуть по-другому на все происходящее. Но мне было трудно еще и от того, что я как раз в те годы состоял в молодой гвардии партии регионов. Я сейчас сказал «молодая гвардия», но, по-моему, по-другому это называлось. Ну ладно. Я, то есть я в политическом смысле, мне было 20,
лет, когда я начал интересоваться и политикой, и в том числе, вот. И я уже некоторые политические процессы тоже понимал, и от этого еще сложнее мне было все это осознать и принять все происходящее, потому что за несколько там недель до того, как случились первые выходы, да, в 2013 году еще, в там, декабре месяце, кажется, или в октябре, уже смутно помню, мы ездили с партией на абсолютно мирный митинг в Донецк, где стояли с флагами партии Януковича и кричали: «Мы за Европу, мы движемся в Европу». Речь как раз была вот под подписание этого договора. А в оппозиции были коммунисты. Об интеграции. Коммунисты, да, об интеграции. Но потом, когда Азаров Николай Янович выходит и говорит, что ребята, нам предложили такие условия, что мы сейчас, если это подпишем, то мы просто в кабалу в такую влезем, что жизни не будет, мы не будем этого подписывать. И, ну, начинаются вот эти вот движения вот эти в Киеве. Сначала Одесса, потом рождение дочери. Я присутствовал на родах супруги. К этому можно по-разному относиться, но я присутствовал. И я слышал отчетливо взрывы. То есть моя жена рожает, то есть появляется мой ребенок. Я слышу, как взрываются снаряды за окном. Ну, а как к этому можно относиться? Мы в больнице пробыли, по-моему, там в течение 5 дней. Ну, сейчас же нет. Раньше там две недели, да, мамочки лежали. Ну, там в районе 5 дней. И вот спустя 5 дней мы уже с вот этой малышкой в маршрутке едем в город Бердянск, Запорожская область. Потому что мы немножечко еще наивными были. Мы думали, сейчас это как-то быстро разрешится. 2 недели в Бердянске, вернулись обратно, посидели в подвале благополучно, посмотрели на вот такие вот металлические куски снарядов, осколки. Есть фотографии, надо будет поискать, если что-то пришлю. Какое тут может быть решение? Ну, надо уезжать. Но не было понимания, куда, как я уже сказал, поехали в Днепропетровск, там это понимание пришло. 5 дней родилась дочь, вы уехали в Бердянск, вернулись, и ты говоришь, были подвалы? Да, да, были подвалы, с малышкой мы сидели в подвалах. Мы даже научились считать время, не знаю, что это, какое-то время, время перезарядки орудия, не знаю. Но я точно помню, что 23 секунды, если активно идет обстрел, а вот как раз в моем, в поселке, в Пантелеймоновка, залетали снаряды, и мы научились считать время, за которое мы можем там подняться, быстренько что-то хватануть и спуститься обратно на всякий случай. И только вот спустя там, если утихало все хотя бы там минут на 10, ты уже понимал, что, скорее всего, вот эти обстрелы пока прекратились. Сколько дней подвалов было в твоей жизни, твоей дочке? И я сейчас не вспомню, сколько дней, но это не один день, это в совокупности, ну, пару недель, наверное. Мы жили в многоквартирном доме у родителей, частный дом. Мы переехали к ним, потому что мы, а как по-другому. И это был не один подвал, не только родителей. Мы и не пренебрегали и общественными бункерами, потому что они были все в ужасном состоянии, заброшенные. Выросло ведь целое поколение еще людей, понимаешь, вот 8 лет прошло. Те ребята, дети, которым было там по 10 лет, это уже взрослые, 18-летние. Берущие в руки. И берущие в том числе. И в Бердянске показательный момент. Детский лагерь. Детский лагерь. Это не украинские песни. Я знаю, как звучат украинские песни. Это национал-патриотические какие-то украинские песни, в которых просто, наверное, не про Украину, а про то, что наш враг Россия. В детском лагере, проходя к морю, мы слышим вот это вот все. С этим нельзя было
мириться. И, конечно, эти люди выросли сейчас, конечно, они не понимают, что мы пережили. Они не представляют, вернее так, они не представляли, что такое подвалы, да. Я много таких видел видео в интернете, где какие-то блогеры украинские говорят, да что вы заладили, 8 лет, вот это вот все. А ведь про 8 лет говорят чаще всего те люди, которые ощущали их на себе, эти 8 лет, которые, как мы, посидели в подвале, или которые, в принципе, не оставались равнодушными к тому, что происходит там. Они замечали эту войну, которая, да, с 2014 года происходит на Украине. Кузьма Скрябин, на мой взгляд, потрясающий артист, украинец, который пропагандировал и украинский язык, и единство, наверное, да? Я следил за его творчеством, и который в последнее время, в 2014 году, стал вдруг заниматься политикой. Я не считаю, что это хорошо. Но так вот, он сперва, как все, высказывается о том, что вы там на Донбассе успокойтесь и примите вот то, что случилось. Надо к этому прийти и нам всем объединиться. Все, мы одна страна. Он высказывается против аннексии Крыма. Проходит еще несколько месяцев, он едет в зону АТО, смотрит, дает интервью, в котором говорит: ребята, какая АТО? Это война, где один украинец убивает другого украинца. Он же говорит об этом прямым текстом, говорит, это гражданская война. Мы не с русскими там воюем на Донбассе. Прекратите. На тот момент пришел Порошенко и тот же самый Кузьма Скрябин, он же очень был негативно настроен к Петру Алексеевичу и критиковал его очень сильно, практически в каждом интервью, за то, что идет война, и он с этой войной ничего не делает. Что случается с Скрябиным? ДТП. При каких-то непонятных, неизвестных обстоятельствах. Очень, ты знаешь, еще вот что сподвигло меня к этому диалогу, к этому диалогу. Я вижу в глазах, да? Просто анализ происходящего. Те люди, которые открыто говорят в СМИ о том, что что-то происходит неправильно, и живут при этом в Украине, украинцы, да, вдруг начинают каких-то при неизвестных обстоятельствах погибать. СМИ, которые пытаются писать о том, что, ребята, опомнитесь, вдруг закрываются, вдруг за ними начинается гонка. Страна UA — это абсолютно украинская СМИ. Если посмотреть все видеоролики, которые там есть, ты понимаешь, что это не пророссийская СМИ, но это СМИ про здоровую Украину. Их закрывают. За ними преследования, какие-то уголовные дела, они вынуждены скрываться. Это все происходит и сейчас. Ну и когда это все происходит, когда ты понимаешь, что люди говорят, надо что-то делать, опомнитесь, а им просто закрывают рты или еще хуже, стирают вообще, ну, уже, наверное, выбора не остается. Когда Дальний Восток с Приморского края, с Хабаровского края, с Бурятии едут наши солдаты на Украину воевать за нашу увеличенную большую родину, когда губернатор принимает решение и целая команда Хабаровского края снимается отсюда и уезжает восстанавливать Донбасс и Дебальцево, другой российский гражданин, господин Смоленинов, делает заявление. И это заявление, оно, знаешь, оно бьет какой-то доской с ржавым гвоздем по сознанию. Самое главное, что, наверное, оно больше всего наносит удар тем, кто знает Украину. Мы сейчас, находясь на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в медиа-центре, казалось бы, отстранены от этого, но ведь ты жил на Украине. Я говорю на Украине.
ты был там, ты пережил определенный какой-то пиковый тяжелый период. И, наверное, сейчас ты как-то ментально связан с теми, кто там остались. Поэтому поговорим об этом. Что ты думаешь о Смоленинове и сказанном им? Что ты думаешь вообще о происходящем? Такая сложная тема, да? Всегда хотелось бы, чтобы люди культуры оставались все-таки за рамками политики. Я не понимаю, зачем сюда лезть тем людям, которые... снимался в фильме, да, вот «Девятая рота», хороший фильм. Я люблю этот фильм, мне нравится. Такой образ сильный, на самом образ деле. Образ сильного, да, солдата. И это как-то вот, ну, наверное, как мужчине откликается. Героизм, который там показан в этом фильме. Ну вот снимался и снимался бы дальше. Зачем в эту всю политическую историю влазить, я не понимаю. Те слова, которые он говорит, те интервью, которые он давал, хотелось бы, чтобы они остались вообще незамеченными, вообще просто. Вот не в плане того, что пусть говорит, что хочет, а в плане того, что да какая разница, что он там говорит, разве это может на что-то повлиять вообще? Кто такой гражданин, господин Смоленинов? Но, к сожалению, наверное, это было настолько... Цинично? Цинично, чтобы не прокомментировать. Это, ну, невозможно. Мы же еще после самого первого интервью, да, планировали о том, чтобы поговорить на эту тему. Но тогда, наверное, я еще не был готов. После того, что случилось, вот этого преображения в образ, я, честно, не смог даже это все просмотреть. До конца. Я видел просто отрывки, но... И не думаю, что стоит смотреть это все до конца. И так все понятно. Ну, человек абсолютно отбился от реальности. Кончено. И подпись. Человек, который... мне же стало интересно, как общество Украины реагирует, да, на Смоленинова. Человек, который в интервью заявлял, что я готов идти на передовую, воевать за украинцев. И буквально там через какое-то время повестка, которую ему вручают, он ее что делает? Разрывает и заявляет о том, что у него нет гражданства Украины, и воевать он за Украину не пойдет. Но для того, чтобы вот этот образ такого героя украинского вернуть, как-то восстановить, он переодевается в национальную украинскую одежду и читает женскую. И читает там какие-то... Стихи, как трэш. Трэш-стихи, да. Трэш-стихи. А что бы ты сказал нам, тем, кто живет с тобой в одном регионе, с учетом того, что ты был там в этот огненный период? Я бы просто, наверное... попросил не оставаться равнодушным, потому что, ну и понять, наверное, и принять тот момент, просто принять. Я, как житель, наверное, Донецка, Донбасса, не знаю, правильно ли сделаю, но все-таки я, наверное, извинюсь. Возможно, вот это вот наше несогласие, да, с происходящим и стало вот этой причиной всего, что творится. Но хочу просто, чтобы люди понимали, что жить так было нельзя, не по совести, неправильно. Это точно так же, как к тебе в дом придет какой-то незнакомый тебе человек, но очень, скажем так, крепкий, здоровый, большой, с оружием, и скажет: теперь я здесь главный, я буду указывать, что вам делать, на каком языке говорить. Начиная с 24 февраля, что происходило у тебя в сознании, когда вот, помнишь этот день? Это день, когда ты понимаешь, что в Одессе и в Киеве гремят взрывы, взрываются аэродромы, идет разрыв шаблона, когда ты говоришь:
название города, про себя даже, Одесса. И ты понимаешь, что там идет бойня. Ну, то идет расстрел, там, например, авиационной инфраструктуры. Ну, а потом, когда появился Киев, наши десантники высадились в Гостомеле. Что у тебя происходило в сознании в эти минуты, в эти часы? Ну, безусловно, это шок. Какая-то боль невероятно дикая. И попытки вообще понять, что происходит, что началось. Не сразу я все начал понимать, честно, не сразу. Это сразу же общение с близкими, которые там находятся. Это... И у меня не было никакого своего мнения. Это с той стороны, подчеркну, с той стороны два мнения от близких мне людей. Первое, какого хрена? Второе, наконец-то. И вот это вот наконец-то звучит из Харькова, не из Донецка. Вот это какого хрена звучит из Киева. Вот с этим наконец-то мы общаемся по сей день. Несмотря на то, что тоже и подвалы случились, и ну, все было. Но, по крайней мере, по сей день мнение не изменилось. С этим человеком мы перестали общаться. Больно, безусловно, больно. Но не знаю, как человек, верящий в какой-то идеальный мир, я не уверен, что это правильно. Но как такой человек, человек праздника, да, мне всегда кажется, что есть возможность решить все за столом переговоров, не прибегая к оружию. Но я, смотри, я в 2014 году этого не понял. И вот, наверное, только спустя какое-то время понимаю сейчас, что, наверное, и нет возможности. В головы всей украинской аудитории, всей украинской нации закачивалось, что на территории Донбасса воюют российские войска. И ненависть взращивалась через эту информацию и через учебники, которые привозят оттуда наши офицеры и солдаты. Ролики, если ты видел, когда в феврале все началось, в марте приблизительно, после того, как были взяты в плен украинские солдаты, а какие-то из них погибли, в сети появились, с этих телефонов в сети появились ролики, где молодые азовцы в казарме встретили новость о присоединении Донецкой, признании независимости Донецкой и Луганской республик, и как они в ожидании находились того, что сейчас они будут делать то, к чему их, собственно, и готовили. Поэтому вот, наверное, без наверное, ну, неизбежность, да, такова. Да, да, я подтверждаю, что и среди моих знакомых сейчас есть офицеры вооруженных сил Российской Федерации, с которыми мне удалось пообщаться, которые были там. И которые, да, есть люди обычные, которые переселенцы, да, беженцы, которые из Мариуполя переехали сюда, и с которыми я уже тоже пообщался, как там все происходило. Вот как раз-таки год назад, да, когда бои за Мариуполь были и так далее. В том, что все это готовилось, наверное, да, потому что вот те же самые офицеры признают, что там не ребята, которые вчера прошли службу в армии, а там просто какие-то невероятные монстры, подготовленные и в плане экипировки, и в плане своих каких-то знаний, навыков, и в плане мотивации. Просто крушить, громить, убивать. Ну и вот с этим, да, приходится бороться. Здесь, в этом кресле, был человек, который пережил мариупольский трэш. Зеленский приказывает
стереть Мариуполь с лица земли. И он произнес, он рассказывал о том, как жил Мариуполь в этот период. И сейчас, кстати, Мариуполь снова вернулся в кошмар. Позавчера начались дальнобойные обстрелы. И боеприпасы, которые теперь преодолевают порядка 150 километров, теперь начали попадать в город Мариуполь, где нет войск наступательных, российских, где начали отстраивать инфраструктуру под то, чтобы люди могли жить, то есть просто выстрелы возмездия. Так вот, он пережил эту всю мясорубку от начала и до конца. Он рассказал о тех же подвалах, о выстрелах в его грудь и в спину со стороны украинских войск, которые тогда занимали сектора, где они добывали, где, ну, люди пытались добыть еду и как-то кормить себя в этих подвалах. И он сказал интересную фразу с какими-то такими удивительными глазами. Он сказал, что русский солдат, он всегда нес, несет и будет нести свободу людям. И он сказал это в период, когда зашли наши ребята на территорию или больницы, или родильного дома, где в подвалах сидели люди и сидели под обстрелами, и сидели в каком-то таком тотальном заточении, когда эта территория была оцеплена ВСУшниками, и с ВСУ оно преобразилось. Там же сейчас туда влили национальный батальон, это теперь совершенно другая армия, не та, которая в 2014 году. И вот он это говорил, он говорил о том, как они были рады и счастливы, когда вот пришел русский солдат, когда им там отдали пайки, как-то дали им выйти на улицу. Что бы ты сказал русскому солдату и офицеру, зная и будучи там в 2014 году, и зная, что сейчас происходит там, потому что у тебя есть родные и близкие, ты с ними в контакте? У меня есть четкий прямой ответ на этот вопрос, потому что так случилось, что когда вот эта мясорубка в Мариуполе началась, брат моего одноклассника, он работал в Мариуполе, и он там застрял на какое-то время без связи, без возможности как-то связаться с родными. И Женя его зовут. И, собственно, с ним была потеряна связь. Слава Богу, все хорошо, он смог выбраться из-под обстрелов. И вот история, которую он мне рассказывал, когда он выбирался и встретил на улице чеченцев, он попросил помощи. Им надо было, он не один был, им надо было компании в сторону нашей Пантелеймоновки, в сторону Горловки, надо было как-то уходить. И вот ребята, чеченцы, там русские солдаты, просто взяли их под контроль и вывели. Он сказал им спасибо. Я бы сказал спасибо. Как ты относишься к тому, что кто-то из сейчас лидеров общественных мнений... Я не хочу, чтобы это было как-то размазано звучало. Оно звучит размазано, лидер общественного мнения. Просто люди, которые живут в этой стране, аналогично Смолянинову, участвуют в марафонах дождя на 31 декабря на телеканале «Дождь», запрещенном в России. Собирают деньги для украинской армии, освободительной украинской армии. И... Ну, просто обливают грязью и решение, и необходимость, и обливают грязью наших солдат и офицеров. Буча тому пример. Я не знаю, есть оправдание этим людям или нет. Не знаю, мне сложно ответить честно, как я к ним отношусь. Негативно. Я просто, наверное, не совсем, ты не следил за марафонами этого дождя и там прочих телеканалов. Я знаю, что они есть. Я иногда смотрю
выпуске иноагентов. А ты не связывал в цепочку событий, что это просто элемент большой информационной войны? А, она, безусловно, идет. Она идет и очень сильно идет. Она идет еще с, не знаю, с того же, с той же Украины с 2014 года. У нас не было еще каких-то вооруженных столкновений и не было еще обстрелов. Но уже случился референдум в Крыму, и Донецк и Луганск сказали, мы проведем свой референдум. И начинают проводить свой референдум. Может быть, безусловно, где-то и уже были люди, которые не хотели бы видеть там каких-то националистов украинских и не допустили бы их. Я уверен, в этом такие были. Но в плане журналистики, пожалуйста, призывали, приезжайте, покажите, что мы просто собираемся... Да, на референдуме сказать, что мы против, мы вот таким образом, митинги не помогли, вот вам следующий шаг. Приедьте, осветите эту. Кто-то приехал? Нет. В моем родном поселке, в Пантелеймоновке, проходит референдум, на который бабушки идут с цветами и с улыбками. И нет ни одного журналиста, хотя, пожалуйста, приезжайте. Абсолютно мирно, никаких ни обстрелов, ничего. Почему не приехали СМИ, почему не приехали телеканалы, газеты и так далее? Просто показать другой, остальной территории, остальной части Украины о том, что здесь несогласные люди, услышьте их мнение. Как ты думаешь, все, что сейчас происходит, насколько это решительный период для нашей страны и насколько мы должны победить в информационной и в войне на поле боя? Ну, победа, безусловно, важна. А как можно сказать иначе? Насколько это серьезный период для нашей страны, но это однозначно период глобальных изменений. Не все изменения, наверное, мне приятны, по-честному буду об этом говорить, но многие из них мне понятны и я поддерживаю. Ну, например, если начнем говорить о каких-то там российских брендах, которые начали наконец-таки почувствовали возможность появляться на российском рынке, а не продаваться за рубеж, потому что с импортом у многих российских компаний все более-менее неплохо, а вот внутренний рынок, казалось бы, да, а он занят уже другими какими-то иностранными компаниями. И это же произошло не потому, что мы плохо умеем что-то создавать или делать, а потому что вот эти иностранные компании как раз-таки и заполонили рынок, начиная с 90-х, когда не было возможности там конкурировать. Когда они пришли просто со своим продуктом, мы сказали, все, теперь мы торгуем у вас, а вы нас покупаете. Ты не думал о том, что если что-то пойдет не так, то не будет страны? Ну, я не задавался такими мыслями, потому что мне сложно представить, ну, мне сложно. Я считаю Россию сильной и считаю ее сверхдержавой. И в таком контексте мне сложно представить, что может с ней что-то произойти. Ну, допустим, когда я изучал историю развала Советского Союза, вот эти вот предпосылки к этому развалу, они так или иначе были. И, наверное, если бы мы в тот период жили, я бы, может быть, и стал бы анализировать, а что произойдет с Советским Союзом дальше. Сейчас я не могу, мне сложно анализировать, что произойдет с Россией дальше, потому что я не вижу другого направления, как направление победы или договоренности, но открытой какой-то договоренности. Ты веришь в нашу страну, экономику, да, и, самое главное, армию? Я в экономику верю и очень сильно. И я не понимаю людей, которые пытаются меня в этом переубедить. А армию? Да. У меня одноклассники воюют вместе с русскими ребятами. Как я могу быть другого мнения? При этом ты анализируешь, что сейчас мы, в отличие от даже Великой Отечественной войны, находимся в ситуации, когда в период ВОВ Великой Отечественной был ленд-лиз, и у нас были, пускай хитрые союзники, а сейчас
мы воюем, по большому счету, с Объединенной Европой и со страной, которая обладает самой большой армией в мире. Не момент ли это истины? Нет, ну, отрицать то, что силы, которые противостоят нам, сверхмощные, наверное, глупо. Пока, наверное, нет еще такого объема катастрофического. Честно, поэтому, наверное, еще и не задумываешься. Хотя уже мы слышим, да, о каких-то более серьезных вооружениях и тот же самый Мариуполь. Вот, честно, я просто этому не придавал значения, пока сегодня ты не сказал. Я слышал о взрыве в Мариуполе, но я как-то у меня это, ну, то есть Донбасс – поле боевых действий, поэтому взрыв в Мариуполе для меня, ну, как очередной взрыв в том же Донецке, Макеевке, Горловке. Вот. А если посмотреть на карту, ты понимаешь, что да, это не те снаряды, это что-то посерьезнее будет. Это уже появилось на поле боя, да? Вот. Накачка вооружением идет невероятная, но в то же время какой выход может быть у противостояния, если сейчас вот эта вот объединенная Европа и Соединенные Штаты Америки, в том числе и Альянс, подключатся в полную меру к боевым действиям? Но это конец света, мне кажется. Это в этом не будет победителя. Горловка как далеко находится от Дебальцево? Ой, слушай, от Дебальцево точно не скажу, не знаю. Приблизительно. Даже, слушай, ну, это же все Дебальцево, это Донецкая область, я вот настолько... Да, это конечно. Донецкая область. Ну, Донецкая область, станция, ну, смотри... Дебальцево, большой узел, там, железнодорожный, транспортный, за него всегда бойни шли. Как ты считаешь, вот как человек, который жил там и видел начало, как ты считаешь, губернатор принял решение, и большая команда Хабаровского края уехала туда, и на протяжении... уже, наверное, более или почти года строит, восстанавливает, делает все, чтобы было лучше. Что-то восстановить, что-то поправить, выстроить. Как ты считаешь, насколько это важно ментально и практически для тех, кто остался там? Да, конечно, важно. Я общался с человеком, который непосредственно ездил в Дебальцево. И занимался там на первых порах, занимался там какой-то организаторской деятельностью в плане вот восстановления всего разрушенного. И он передавал мне слова людей, которых встречал на улице. И я искренне верю в эти слова, потому что я точно так же бы сказал хабаровчанам. Он говорит, мы встречаемся с местными жителями, ну, случайно. И в общении... они спрашивают, а что у вас за, я сейчас буду немножечко с акцентом говорить, а что у вас за говор такой, вы откуда приехали, вы что, с Ростова, там, откуда вы к нам, что это за говор такой? А они говорят, да нет, мы из Хабаровска. Откуда? Из Хабаровска. А где это? Да это 8000 километров там, чуть больше. Вы приехали из Хабаровска восстанавливать наш город? Да. Вы точно не уедете. Дальше просто он говорит, что слезы в глазах местных жителей. Ну, я после этого разговора с ним, я думаю, круто. Я бы так же сказал. Я представляю, насколько тот человек, который вот спрашивал, вы точно не уедете, насколько он воодушевился тем, что отсюда, вот сюда, приехали ребята построить нам детский сад. Ну, конечно, это классно. Что бы я сказал всем нам? Нужно отставить равнодушие в сторону. Это касается каждого.
И мы живем сейчас в этой реальности, ее нужно принять наконец-таки. И просто начать обращать на это внимание. Оставаться в стороне, ну, больше нельзя. Даже словом можно быть полезным. Я уже не говорю о действиях. Отдельное спасибо хочется сказать тем, кто действительно действует. Я знаю, что в Хабаровском крае есть добровольцы, которые отправились в зону СВО. Им спасибо. Есть в Хабаровском крае и огромное количество волонтеров, которые занимаются гуманитарной миссией. И вот за это просто низкий поклон. Вот сейчас как раз, наверное, я все-таки скажу про Дебальцево здесь, так как это город моего родного региона. Несмотря на то, что я никогда не был в Дебальцево, я только проезжал по железной дороге мимо станции Дебальцево. Но здесь огромное спасибо всем, кто занимается восстановлением этого города. И, наверное, сил вам. И побольше обратной связи от тех людей, которые и по сей день там проживают. Я уверен, что эта обратная связь, она и вдохновляет, и мотивирует. И, наверное, доказывает, что занимаются люди чем-то очень важным. Ну а русскому солдату я можно через имена конкретных людей обращусь ко всем. Илья, Макс, Вова. Это мои одноклассники, у всех так случилось за эти 8 лет, которые мы не виделись. Уже семьи, уже дети, и которые сейчас на передовой. Парни, ну, держитесь, что можно пожелать. Ну и только победы. Потому что за вами дом, семья, дети. Ну и вся наша страна. И речь идет не про Донецкий регион, а и про Хабаровский край в том числе.